Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами рассмотрим новую коллекцию аксессуаров Лондон. Серьги, кольца с подвесками и кольцо с кристаллами. И подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть новинки Oriflame в сторис и прямых эфирах прямо со съемок. Поехали! Серьги, кольца с подвесками или по-другому серьги Конго, выполнены в серебре, и с двух сторон подвески есть цепочки с кристаллами. Это латунь, нержавеющая сталь, и кристаллы выполнены из стекла. Длина сережек 9,2 см. Такие сережки можно сочетать с любым вечерним образом. Лучше всего они смотрятся с ободками, с какими-то повязками на голове, с красивыми. И самым лучшим дополнением в образе к таким круглым сережкам будет браслет. Именно поэтому, я думаю, в этой коллекции нет каких-то дополнительных колье, аксессуаров, есть только серьги и кольцо. И также вы можете дополнить свой образ любым браслетом, который тоже может быть выполнен в серебре. Эти подвески зафиксированы на колечке с двух сторон маленькими такими железными элементами, назовем их так, и именно эти элементы не дают подвеске, видите, соскакивать. Только вот с этой стороны вот одна такая цепочка чуть-чуть гуляет. И давайте же посмотрим, как эти серьги будут выглядеть на ушках, потому что крепятся они очень элементарно. Они цепляются крючком к ушку, и я думаю, что они не очень тяжелые. Вставляются в мочку уха, серьги очень легко, и вот таким образом они выглядят. Как вам нравится? Мне кажется, это очень эффектно для вечернего образа. Единственное, круглые серьги не очень хорошо подходят круглому лицу. Лучше выбирать более удлиненные. Но так как здесь есть подвески, то и к круглой форме сережек есть вот такое вот своего рода удлинение. Давайте же посмотрим кольцо. Кольцо выполнено очень мило, и мне кажется, что оно в стиле сережек, но вот эта бабочка, она немного отличается вот от такого громоздкого водопада вот этих подвесок. Бабочка очень легкая, изящная, подойдет женщине совершенно любого возраста, и молодой девушке, и взрослой женщине, если она предпочитает вот такие украшения в серебре. И кольцо безразмерное, размер у него регулируется, то есть вы можете эту бабочку раздвинуть на любое расстояние, на которое вам захочется, и соответственно украсить этой бабочкой совершенно любой ваш пальчик. Внутренний диаметр колечка 1,7 сантиметра. И вот так легко можно его примерить. На каком пальце вы, кстати, любите носить такие перстни? Я все-таки скорее сказала бы, что это не кольцо, а перстень, потому что есть, да, вот такое вот украшение. Вот так это выглядит на руке, вот так это выглядит в наборе. Как вам эта коллекция? Делитесь со мной в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки Oriflame вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть наши видео первыми. Пока-пока!